Приветствую всех на канале Девкладоискатель. Сегодня мы решили в лесок зайти. Пекло на солнце в леске, прям шикардос. Здесь такой овражище огромный. Там даже какая-то речушка течет. Не знаю, как мы будем переходить через нее. Но попробуем. Сегодня буду с эквиноксом ходить. Максимальные настройки по глубине. Парк 1. Максимальная чуйка. Скорость восстановления 2. Ждем находок. Ну, лес, как видите, заросший. Ну, ходить можно, травы нет. Вот такие старые пеньки. Традиционно вокруг пеньков прозваниваем. Идем дальше. В лесу терпимо. И на солнце 30 с лишним градусов. Ждем находок. Ну, первый цветной сигнал. Правда, прыгает. И не глубоко. 10 сантиметров показывает. Возможно, пробка или проволока. А может и монета. Земля, смотри, какая тут красота. Ну, такие песнопения ничего не предвещают. Хорошо. Ну, сейчас узнаем. Ну да. Водочная пробка. Ну, первая находка шмурдячная. Вроде говорят, как хорошо. Идем дальше. Пока ничего. Чистый лес. Смотрите, какой муравейник. Муравьи решили на пенечке организовать. Прикольно. Издалека кажется башенка такая. Работяги. Работяги. Так, ладно, идем дальше. Местами вот такие полянки. Ходить комфортно. Местами. Идем дальше. Ну вот, хоть какой-то у нас. В обе стороны 18. С небольшим призвуком. Но очень похоже, хотел сказать, на монету. Нет. Это у нас гильза. Гильза. Ну, какая-никакая находка. Ну, кстати, водочные пробки в лесу, это же показатель движухи. Идем дальше. Новый тип сигналов у нас. Что может быть? Может быть чешуя, может быть дробь, а может быть и фольга. Большой ассортимент с таким сигналом. Впрочем, и крестик может быть тонкий. Металлопластика, так называемая. Сейчас узнаем, что из этого. Скорее всего, дробинка, наверное. Ну, где же? Так. Непонятно. Интересно.
какая-то маленькая штучка маленькая. Ну и что это такое? Ау. Так. Ну, походу, придется руками. Отзыв какой-то. Немножко в чермет. Подозритель. Неужели поймали что-то? Угу. Это у нас капсуль. Не угадал. От мелкокалиберной винтовки. Идем дальше. Сигналов мало, так что у нас сегодня видео. Копаем все сигналы. 9-10. Что, снова гильза, что? А вдруг нам повезет, и мы чешуйку поднимем? В этой локации мы ни раз не поднимали чешуек. И вряд ли они тут есть. Задолбал. Глубоко показывает. 4 деления. 20 сантиметров. Примерно. Ну-ка, ну-ка. Дедушка Бар, помоги нам что-нибудь путное найти. Непонятно. Под корнем, что ли, здесь? Ага. Наткнулись на что-то. Кинул, что ли? Ну где ты? Опять гильза, ёкала мене. Гулял-гулял по лесу. Вышел к полю, которое недавно скосили и продисковали. Походим вдоль леса. Деревня была недалеко, возможно, будут находки. Так, что-то на поле чисто, глухо вообще. Даже черметных сигналов нету. Идем в лес. Сейчас на другую сторону леса выйдем. Там у нас распашка. И, возможно, поменяем прибор. С орком походим. Сегодня вот такой вот у нас коп. Сколько мы раз сюда ездили, я каждый раз хотел по лесу походить. Что-то меня сюда тянуло. Ну вот, свое желание воплотил в реальность. Теперь понимаешь, что тут... Тут делать нечего. Ну-ка, а вдруг на такой мажорной ноте у нас какая-нибудь путная находка. Так.
Ну, советик может быть медно-никелевый. А может быть алюминиевая проволока. Ну, где-то. Эу. Черт. Так. Ну, что-то уже вообще. Че, опять? Без спина обойтись. Ну и что такое? Порой пин вообще бесполезен для мелких целей. Походу ржавчина какая-то маленькая. Да. Да. Наконец-то выбрались из этого леса. Непролазная чаще. Идем до машины. Меняем прибор. Сорка мне здесь больше находок попадается.